зараз на місці мого зруйнованого вже дитинства, тому що це справді я тут виросла, я тут народилася, все життя тут прожила. І це все, що залишилось від нього після наших освободителей, так званих, після рашистів. Российские захватчики до основания разрушили родительский дом Натальи Кравченко. Только обгоревшие стены и груда кирпичей. Не осталось даже фотографии покойного отца, рассказывает Наталья со слезами на глазах. Она хорошо помнит первые дни оккупации, когда в Андреевку заехали вражеские танки. Оккупанты заходили в село тремя колоннами по 150-300 единиц боевой техники, и сразу начинались обстрелы. Мы сховались в погребы все. Просиділи, напевно, годину, може трошки більше. А потім почули кроки на землі, над погребом самим. Вони пішли по хатах, пішли по погребах. Вони почали людей витягувати з погребів, з будинків. Ті, хто не відкривали одразу, вони стріляли по дверях, вибивали вікна прикладами, вони залазили в будинки. Вони перевертали повністю все. Село Андреевку называют маленьким Мариуполем. Это один из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. Здесь практически не осталось ни одного целого дома. Село расположено между Бородянкой и Макаровым, где оккупанты с особой жестокостью зверствовали больше месяца. Убивали, пытали и насиловали мирных граждан. У нас страна хлопцев расстреляла. Катували дуже их... Я так думаю, що знаходили в телефонах повідомлення, або сфотографована їхня, або знімали техніку. По розмовах людей, якщо телефон десь включається, десь хтось телефонує, вони якось оприділялися. Андреевка стала стратегическим опорным пунктом для российских солдат. Они заезжали танками прямо во двор к местным жителям и разгружали там снаряды, прикрываясь людьми. В каждом дворе по 15 ящиков боеприпасов стояло, вспоминает Виктор Клименко. Поэтому артобстрелы велись постоянно. Перва сюда ударила ракета, завалила мне гаража. Тогда одна мина луснула под хату сюда еще. Под цю хату. Хата загорілася, друга у клумбу, у цю його клумбу влупешила. Що, як вони стріляли, бо 14 ям кром хати. Куди вони стріляли? Чи це я мишень така була здорова? Вон подовбало геть зовсім хату. Вікна повилітали всі. Із забору, це ж новісінький забор був, це осенню. Построїли його, вже немає, розвалили. Ну, слава Богу, ми живі залишилися. У Виктора Емельяновича, как и у многих жителей села, российские захватчики жили в погребе, боялись украинской артиллерии. Сначала не мародерили, пока провизия не закончилась, а затем начали воровать в селе птицу и резать скот. Как солдаты, они были молодые и неопытные, даже не знали, что такое воинский устав, говорит Виктор Клименко. Я питаю, Саша, скільки тобі год? Та 20. Кажу, ну а як це ж так, щоб це по контракту, по приходу? Дід, роботи нет. Що делать? От видиш, це моя невеста. Хотів жениться, а денег нет. От я підписався на 2 роки. Ну нам же пообіцяли в Україну заїхати на два дні. А вони, видите, що делається? Российскую оккупацию никогда не забудет и Галина Чернявская, жительница Андреевки. В результате боевых действий вылетели все окна в ее доме, повреждена крыша. Российские солдаты обыскали все комнаты, угнали машину, разрисовали ее, катались по поселку, а затем расстреляли. Прожили дуже страшно. Стреляли гранатами, стреляли ракетами, тільки чим вони не стреляли. Це було страшно. Все летіло проз нашу хату. Машина ця стояла поки що ще ціла, в гарному состоянні і все. Ми сиділи з дочкою у погребі, вискочимо там на 10-15 минут бувало на вулицю із погреба, щоб там хазяйство попорати, бо в мене кури і качки були, і там котам дати із собаками. А то сиділи весь час у погребі. Отступая из Андреевки, оккупанты взяли в плен 4 местных жителей. 2 мужчин удалось вернуть домой в рамках обмена пленными. Еще 2 остались в российском СИЗО. Во время оккупации россияне издевались над ними как могли.
що вони хлопцям робили? Вони заливали взуття воду, а мороз тоді був десь 8-13 градусів. Одморожували ноги, деяким там подрізали пальці, руки виворачували. Ну, коротше, катували конкретно людей. Це ізвірі. Сейчас жители Андреевки потихоньку приходят в себя и думают над тем, как пережить зиму. Ведь 75 семей остались без крыши над головой. Еще 300 домов нуждаются в ремонте. Если бы не меценаты, пришлось бы совсем худо, сокрушается сельский голова. Благодаря спонсорам в августе планируют поставить первые 15 модульных домиков, а нужно еще 60. Работы хватает, говорит Анатолий Кибукевич. Главное, чтобы война закончилась побыстрее и никогда больше не повторилось то, что они пережили.